В эту миниатюрную красавицу влюблялись миллионы мужчин, но судьба ей уготовит измены и 3 неудачных брака. Она сыграла множество ролей, но так и осталась заложницей одной роли. Наталья Варлей родилась в Румынии и жила в Мурманске, но свое жизненное призвание нашла в цирке. Ее партнером по сцене в цирке на Цветном бульваре был легендарный клоун Леонид Янгибаров. Он и предложил своему другу-режиссеру Одесской киностудии попробовать Наталью в кино. На съемках фильма «Формула радуги» ее заметила ассистентка Леонида Гайдая, который никак не мог выбрать девушку на роль Нины в «Кавказской пленнице». Но увидев 150-сантиметровую Варлей, тотчас воскликнул, что это она. Наутро после выхода фильма в прокат Наталья проснулась знаменитой. Ее кари с рваной челкой стала главной стрижкой Советского Союза, а сама актриса получала тонны писем с признаниями в любви. Но эта роль для Натальи оказалась в чем-то роковой. Все уже ее воспринимали как Нину.